следующее, значит, РНЖ. Три тела бьют рандомных. Больше трех тел никто не бьет. Будете блевать по много тел, блядь. Тоже, блядь, ГП нахуярил. Приставал дать. Кто умирает, на рейндж будут выходить хилы. Бетельгейз тут? Ты на рейндже, знаешь? Мейкист. Умана. Что-то там заебят, как нет, не весит 640 ману в секунду. Мейкист. Марлин, краску по паладину. Марлин. Начинаем. Элем, отойди. Оба друг от друга отошли. Черенджа не хватает, да мог босса достать. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой свиньи. Чил норт на рейндж, переварим, поднимаем забор. Зелот, давай. Уходи на рейндж. Зелот, блин, куси на рейндж. Чил норт под босс. Сводить либо? Не бабу. Да ёбаная зажила. Ты опять на рейне? Да. Ёбаный, блядь, телем, который встает в меня нахуй. А куда я встану? Сейчас смотри, что тут. Друг от друга отбегайте, мне похуй, куда вы встанете. Большой вреде. Большого забери. Задувал. Сейчас поднимаю забрал. Большого забери. Видите. Хороший ман на рейндж. Выбежали. Да, заебись. Азазел, инвент и протопал ГП. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Как неожиданно! Мамочка, сделаем новые игрушки из тебя! Липучка-вонючка! Отличные новости, народ! Я починил трубы! О, как неожиданно! Как вы так падаете, Хелио, мам? Как вы попадали? От взрыва не убежали. Марлин, напиши мне в чат, пожалуйста, почему большие под боссом стояли. С тебя кто-то таунтит? Мне по рекаунту посмотреть, кто хватки нажимает или таунты. Блевать не было.
Бабл у тебя был? Ну там задолго до блевотни еще следи не ходили. Долго стоял. Мы тебя в танк испекался. На ранже будет. ДЦ под боссом. Два танка на ранже. И все, кто сейчас были, два мага, вторая пати, кроме ДЦ на ранже. Мытья плюс рейд, ДЦ плюс рейд. ДЦ слышал? Что, не уверен? Первый побежишь на ранже, если кто-то опять упадет. Кто будет падать сейчас на ранже, готовим. У ваших классов есть способности спасительные. Хилы у нас очень четкие. Два четких Рошама, ДЦ. У магов есть глыбы. Сам спекнулся ДД, блядь. Я вообще... Кто? Так, на расслабоне хилил. Смотрю, он дамажит, блядь. Кто спекнулся в ДД? Как захилил? Просто хоть бы сказал бы, или что, я не знаю. Кто спекнулся в ДД? Элем спекнулся. Какой Элем, блядь? Гутербол и Челнорд сейчас хилили. Два Аршама вас. Что ты мне мозги пудришь? Там. Ты что там? Идите сюда быстрее. Графит дай шкафу, то у них там, ну, ноги ватные, походу. Рейндж 12 метров прописали все, кто на рейндже, и соблюдайте его. Мы тебя демонцуз. Интересно, почему ты там где-то встал? 6к сова там, моя дорогая. Не надо ничего. Сейчас релогнус, 2 секунды. Возьми ты уже вон кокера этого. ДЦ в РК. Ты снова в РНЖ, поздравляю. Давайте повешим кодянку. Это все-таки нам. Погоди, он заходит. Демон Сусун. Он зашел. Чек на пол. Пятая пати. Ой, вторая пати. Демон. Ой, для ДЦ. Два мага. Мытья. И протопал. Ну, кроме Нкопера, вторая пати. Вы на РНЖ. Мытья и протопал вы на РНЖ. Соблюдайте рейндж так же, как и те, кто на РНЖ. Блять, начинаем. Каску под рулям. Да, каску по шаманам, блять. Марлин, каску по всем. Полок у нас, подайте. Если не бахнется, то я не смогу задам.
На шамане есть. На себя половину кинкашки. Могу я завис. У меня зависло все. Нет, я буль. Два шамана на ленечке. Буклет поднимает гомеопатик. Я уже меня большой убил. Вы что, смеетесь что ли? Ну давайте смотрите, хилы на раньше выходить. Сейчас лужа пройдет, я встану, не резайте кутербола. Я не пойму, у нас это пол рейда не стало. Задувал, отойди. Подрочил. Ну на рейде. Давайте сейчас будем молчать добирать. Мне не нравится этот рейд, блять. Зачем молчать добирать? Если кем-то зачем люди? Нахуй такой рейд, блять? Или что ты мне предлагаешь сейчас? В обычку пойдем? Ну, блять, я предлагаю. Если от шам 6-4 в поле, да? У тэшных, блять. Хорошо, извини, пожалуйста, я тебя понял, не буду мешать. Ты в рейде сейчас находишься? Нет, я не в рейде, в рейд фолпл, когда я пришел. Это Светодар говорит, я понял. Так. Ршам, ты говоришь, РДД у тебя есть? Поменяй меня, у меня лагает. Только Фуривар 6.1, без КД остался. Мага мне, Ретрика мне уже был. Ршам еще, говоришь, есть, да? Да, 6.4. Деймос, РДД есть у тебя? На приста, на шипы, если что, зайдешь. Так, заходи на шамана, Светодар. Кого, говоришь, поменять? Захожу. Да. 4 плюс 4, так, 800. Так, фрешблот, у тебя есть там? Деймос, ты слышишь? Я захожу. Давай, заходи. На ШП. Так. Что такое злой? Кто? Ты про протопала? Угу. Фрешблот у тебя протопал, по-моему, есть, да? Фрешблот. Слышишь меня? В смысле минус? У тебя был протопал, ты танчил мне, по-моему. Ой, я зайду. Сейчас, погоди. Нейкис, у тебя есть протопал? Так, или сейчас или я солчата беру протопалов, кикаю, кто мне не нравится, блядь, и иду и рейд до конца. Либо фрешблот и нейки сделают протопалов. Фрешблот, есть у тебя протопалов? Ты можешь сделать, шмот у тебя есть?
Так, Руэлл. А чё, да, старый протопал не затанчит, что ли, на лемах? Давай тогда. Злой, у тебя есть протопал? Бля. Ну вообще есть. Чё, зайдёшь? Затащи. Давай, зайдём. Пусть дамажит. Давай, заходи. Нахуй. Полку больше. Там протопал, он танчит, один раз кнопку нажал. Без сложен. Так, задувал, какие персы у тебя еще есть? Победа близка. ШП 61 тоже. Давай на ханта заходи. Хантом больше дашь, чем ШП. Давай заходи на ханта. Кидай противоположный получать персонал. Никс выскажи. Неоспоримый. Кто? Неоспоримый. Часто такие рейды вот. Кстати, можно позвать прицеп кем-нибудь, слышишь? Да, зови, если он онлайн. Да, и ассиста. Вот сейчас. Как ты пришел, так хуйня началась, понял? Слышь, поворотик ты заходишь. Перенеси прицел с ВРК. Перенесите кто-то, у меня это, не могу свернуть пока. Он санчоп. Прицел. Нет, это дарки. Да не нужен мне повар для камеры. 10 штук уже их набрал. Ну и пароль лишь на холика. А ты кем был злой для этого? Котом. Чё ты тебе скажешь? Ты не дамажишь? Нет, дело не в этом. Просто прицел против РДД. Что нужен тем? ШП есть? ШП, маг. Давай ШП. Блять, или на ретрика. Там много пугов у вас. Дим, пока. Злой, что ли? Думаю, ты не... Вон, я 2 плюса сделал, фуловым плюсом пойду. Это кольцо с ребра так никогда не выбью. Да ты все равно дамаж не умеешь, он тебе не поможет. Ух, блядь. А куда у вас отвалились люди? Блин, забыл. Тактику пошли учить. Забыл бухло купить, блин. О, вот, я смогу, да, отойти? Ебать, вы чё, нагля... на пенеломорте вайпнулись? Слышь, вот. Два... Нет, мы на сурке вайпались. Ха-ха, ебануться.
Давай ты ретриком или чем? Я бы дека. Какой ретрик будем вообще не качал. Ну давайте так попробуем. На рендже будет. Давайте шкаф, графит. Что? Маг, Санстрайк, ты говоришь? В смысле сиди? Я что, ты что? Да тут у нас ДК когда повесил. Дай шкаф. Вот. Я что-то что тебе написал, свага. Пока сиди, говорю. Не будь ни человека принял КД наше, не убил ни одного босса, пока сиди, жди, ища профа. На рендже. А кто остался? Спулил босс. Бля, я. Пошли бьем. Ты что сделал так? Одного ханта нету, не присуманили. Зачем вы отпускаете слизни? Что вы делаете? Куда ты? Дай лапу, слышишь, друид какой? Да, нормально. Главное сейчас взрыв, чтобы был вдалеке где-то. Сигнал сова, я мог сова идти, в принципе. А чё, полрей, да, за воротами, что ли, или чё? Там один человек. Бьём, делаем всё вот так. Хотя бы прошу строму маны, вы же без бафов начали вообще. Кто поставил тотем? Место один, но дам на зрение сейчас. Бомбы упали, вернулись. Ну, давай, Гим, кто может. Отошли чуть-чуть. Тусуйтесь, не касайтесь РДД. Так, мы говорим, у меня целостность. Давай быстрее беги. Бля. Мало мне сразу. Да я этот щиток кинул, у меня один фит не помогло. Один взрыв. Побежали. Пиздец. Рейндж словите, блевота идет. Центр кругляшочек. Как они успевают? Нам надо одного на рейндж. Вы чё, приколы? Потому что я их диспелил, потому что я не захиливаю так.
нам одного человека на рынке. Стоит сова, лужа сейчас, не успеешь убежать, вы заблюете. Я не понимаю, вы все охуенные люди. Почему вы каждый интернет? Ну, рынжа не держите, рынжа не хилеры, чё? Ну, хуй, понятно, хилеры. Из-за этого надо обосраться. Потому что нас 23 человека били, или даже 22. Добьете, наверное. Монеты файк там, того босса я покупаю, эй, куплю кое-какие. Объект. Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Отличные новости. Он оставил море смерти, хоть плыви по... Жесть. Ого, да я поэт. Потрясающе. Блять, Машека, игрок не найден. Так, чё, не хомобъект, не надо? Да, я попробовал передать тебе кинжал, и пишет, игрок не найден. У нас, оказывается, ретро может менять друид теперь. А чему, кстати, два танка сейчас танчили? А сколько? Три. Ой, я имею в виду слизни два танка. Не знаю. Мульти у нас потому что без персов. Сейчас будем менять это. Сейчас на профи всех поменяю новые. Так, на секунду отойду. Ну, если найдешь протопал, я обратно на кота зайду по дамагу. Нет. Это вряд ли произойдет. Ну, что ну ты поищи. Че, они два БДК не могли затанчить? Кто? Чижик. Ты имеешь в виду ну. Меня иметь, что ли? Ну да. Нет. А че, фрешблад куда ушел? Заменить попросил. Кон там же кто-то просился, мизантроп, по-моему, да? Да кто из них раздуплится сейчас? Просто я не пошел к типу, потому что я спросил на фоло, написал, типа, 9 кинг боссов с нуля, он сейчас собирал волчать. Угу. Гутербол, у тебя РДД есть? Нет, у меня КД там уже. Попробуем так. Тыкать ему звон. Ай, у меня хант есть, я вспомнил. Сколько? Но... 6-1, но на лича я шаман зайду. Йо. Чё на пул? Ту, дайте там. Инту. Квапу по рейду. Квапу гору по рейду. Шустрый говорит, я справа стану. Значит, две метки будут, у них надо будет снести споры. Это треугольник и квадрат. Одна спора под боссом, одна в квадрате на треугольнике. Три споры. Бетельгейз, ты здесь? Дайте катку по магам. Бетельгейз. Мытья. Каску по. В ДД. Ты в ДД? Да, 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 да. Начинаем. Повеселимся!
каску таким. Прокопал вопрос по каске. Споры разнесли. В метки и под босса. Из метки пошел хан. Под боссом нет споры, блядь. Есть. Там была сфера, что ты куришь? Это я и был. Ой, дай ты ему каску. Так я дал, я не знаю, что он там пиздит. На тебе, блядь, крест псина. Дай, дай каску, не Саня, не едет. Пельмень, милики, что вы ловите? А, прости, я тебя держу. У нас просто 4 вара, пусть дамажит. Я им на 10 минут. Да что? Шаман, беги. Ты ему еще больше. Шамбой, не бей. Заберешь на 9. Ну давай на 9. Заберусь просто. Отдавать что ли? Не бью кошки, конечно. Поставили в рейндж. Хотя было, слава богу, юз, когда под клевом попал и спору нахуй стоил. У меня было так. ШП в тебя летит. Вот как гниль тебе появится. Только будьте осторожны, не такое уж оно и обычное. Блока, ты пета вызвал, точно? А, да, и видно, есть. Блять. Ты мне либо раз больше будешь давать ДПС. 207 ты говоришь. Осколки порол или чё? Осколки баксов. Ой, дай каску. Да. Кому? Престам, да, заебал. Бля, у престов есть каска. Нет. У тебя же была каска же. Ну на нем 8% сейчас. Ой, и баром, да, и Саня, не занимайся порнографией. Не-не-не-не-не. На экис бафуешь. Ну, короче, блядь. Не будете бафать, распущу рейд. Дай, пожалуйста, регов краль. А вопрос такой, кто остался? Только проф и лич? Нет. Я же когда КД принимал, там же было написано, сколько будет. Я просто не обратил внимания. Все кварталы остались. Мы немножко задержали. Есть у кого хавка на крит? Хавка на крит, есть у кого? Фласка на ДД. Васап, ты пропад, иду, слышишь, Войт? Хавка на крит, есть у кого? Войт, Войт. Кто на сове сидит? Есть у тебя этот, какого? Не Белун? Нет. Да мне там один зачехлял, я хочу потестить, у меня нет, на сове ни Белунга нету. Ну у нас в гильдии есть одна сова с Нибелунгом. Нормально так там, домашняя. Ну, типа под трэш там, ну под старфовый Нибелунг там, АУЕ где бьет, типа нормально. Ну просто я-то
бы потестил, чисто менять пути, но у тебя... Да он и в один таргет там нормально набивает. Тоже выбить не падает, никак хожу. А почему именно Саве он хорошо прокает? Это же попробовать, да. Можно и на других попробовать. У меня уже мана кончилась. Да слышишь, Саня, дай ты каску, заебал. Эти, блядь, какие-то, я не знаю. Берем. Ну, меняй вара там. Вар. Значит, смотри, тебе нужно два бафа. Каска и кулак. Кулаки бафает некисть. Баф не кулак. Вару ты не лю. Как огурчик дай на вара. Кулак. Ой, блядь, каску. Если какие-то проблемы у вас будут там, блядь, я не знаю. Пойдете отдыхать, блядь, ледяную корону, блядь. Будете с фугами ходить, блядь, 9 боссов. Че, есть рыба, коли стол, маги, запилите по-братски. Хуни там пробавы, слышишь, пробавы, слышишь зло. Подходи к кукле, будем стол. Ну, пускай он, да, попиздит побольше. Вар, если тебе нужен рейд, сиди спокойно, если не нужен, наливай. Или я тебя буду кикать. Чё, в Био успеют отойти? Давай после босса. Блять, хорошо, Саня, давайте только на... быстрее. Ты бил, блядь, что ли? Что? Да он перебафует ему каску, блять, как долбоёб, нахуй. Кто? Есть у кого еда на крит? Раз, два, три. Дима, нету, тут люди, блять, перебивают бафы. Какая еда на крит, нахуй? А, ну ладно, удачи, Вой, добирай протопал. Васап, есть протопал? Сука, перед пулом даже патрушки не даешь. А чё только? Вы чё, гоните, что ли, пиздец вообще? Его бабоса запулились. Ну пиздец, ты пидор, слышишь, Таниэль, нахуй. Я тебе больше хуй в рейд пойду помогать тогда. Я как, с одним, блядь, чё-то не поспорил, нахуй, не поделил, блядь. Нахуй людям-то портить игру, дайте диван. Да папа, я ему потом каску перед пулом. Кто такой? Да какой это пух, ёпты. Понял, Войд, пугов не добирай никогда, вот, потому что такие мудаки попадают. Да потому что злой тоже, блядь, нахуй хуйней занимается, видишь? Ну, потому что он за языком он не следит, а я его решил... Вот он и ныться начал. Теперь минус 2 нам добирать. Нормальный, нет? Ну, я бы не ливнул. Вернее, я и не ливнул, меня Войд кикнул. Так что... Ты держался до последнего, красава. Да. Да, что-то насчет гонится. Жесть. Ну, приезжай в город Тула. Посмотрим, что будет. Да, выезжай. Город Тула? Приезжай. Тульский пряник, да? Да. Ты угостишь пряниками? Конечно, только ни о чем не угостишь.